Здравствуйте! Вы смотрите «Универ Ньюс» – программу о новостях Казанского федерального университета и студенческой жизни. С вами Рима Занединова. Много веселья и радости. Как в КФУ отметили Татьянин день и праздник всех студентов? Ответил на все вопросы. Ректор Казанского федерального встретился со студентами. Активный отдых студентов. В Зеленодольске заработал поезд здоровья. Казанский федеральный встретил День российского студента традиционным шумным праздником с угощениями, красавицами Татьянами и великолепным праздничным концертом. Все подробности в репортаже Евгения Шевченко. День российского студента. Татьянин день. Пожалуй, самое обожаемое студенчеством событие. Пышный праздник Казанского федерального, в котором стремится участвовать огромное количество студентов от первокурсников до аспирантов, прямое тому доказательство. Мы иностранцы, мы сейчас по обмену здесь, и мы не знали, что у нас тоже есть такие праздники студентов, но скажем, что по-разному. И может быть, да, можно сказать, что они не так много встречаются, поэтому для нас это немножко... Не принято, но это очень хорошо видеть, что все собираются вот по случаю этого праздника. И мы сейчас тоже любопытно ждем концерт. Мне очень нравится, уже с первого курса принимаю участие. К сожалению, это последний раз, но впечатления только положительные. Всегда очень рада участвовать. Традиционные атрибуты этого дня – нарядные студенты, атмосфера праздника, концертная программа, приятные сюрпризы и теплые слова ректора, который был как никогда на одной волне со студентами. Когда тебя встречают милые и красивые девушки, особенно Татьяны, всегда думаешь, чтобы загадать в этот день. Вот став между ними, я загадываю, чтобы все у нашего университета было хорошо. Чтобы все, что мы задумали, какие цели поставили, они сбылись. Не на шутку волновались участники концерта, которые готовились к празднику в рекордные сроки. Мы находимся за кулисами, где через пару минут начнется праздничный концерт. И мы решили узнать у артистов об их эмоциях. Ребята. Здрасте. Как ваши эмоции? Немножечко волнуемся. Новый танец поставили. Достаточно сжатые сроки были для постановки танца, поэтому очень волнительно внутри. Но мы надеемся, мы справимся, потому что коллектив уже долго существует. У нас красивые декорации, причем это, можно сказать, первый раз. Так что мы надеемся, что у нас все получится. Также во время концерта были подведены итоги межрегионального фестиваля «Татьяна Поволжье-2013». Победительницей стала Татьяна Дуднякова из Мордовского государственного университета имени Огарева. Татьяна Рябова из КФУ завоевала титул «Мисс Улыбка». Веселый праздник украсили зажигательные танцы, веселые песни и любимый КВН. Зрители на ура встречали своих любимых артистов-однокурсников. И несмотря на то, что праздник закончился, еще надолго сохранят позитивные воспоминания. Евгения Шевченко, Ленардо Влетьяров, специально для «Универ Ньюс». 25 января подвели итоги одного из самых ожидаемых студенческих конкурсов. За победу в 17 различных номинациях боролись лучшие из лучших. О том, кто же стал студентом года 2012-го и многом другом, узнала наша съемочная группа. Оказаться в гуще событий и побыть настоящей звездой. Конечно, я говорю о вручении премии «Студент года». В этом году «Студент года» стал праздником в квадрате. Он совпал с Днем российского студента, гармонично вписавшись в атмосферу этого дня. С двойным воодушевлением наряжались студенты на 8-ю церемонию вручения студенческого «Оскара» – знака качества среди самых умных, талантливых, спортивных и активных студентов. Церемония вручения, как всегда, не обошлась без нововведений и приятных сюрпризов, как для зрителей, так и для номинантов. Мы приготовили подарок для наших финалистов. Для них мы собираем личные пожелания от друзей, от всех, кто за них болели. Да. И это, надеемся, это будет для них вдохновляющим подарком в будущем. Надеемся, что они победят. В закулисье царила по-настоящему волнительная атмосфера. Среди кусающих губы и всматривающихся в прекрасное далеко мы разыскали номинантов из КФУ. Волнительно, тревожно, нервозно.
дрожь в коленях, традиционно все чувства и эмоции, которые можно испытать перед выходом на сцену. Вот ты сейчас говоришь, что мурашки по коже бегут. На самом деле очень волнительно. Сегодня ночью не спала. Последний раз такое волнение было в 11 классе перед выпускным. Эмоционально поддерживали своих коллег и в зрительном зале. У нас суперское настроение. Мы очень будем активно болеть за наш Казанский федеральный университет. Все будет круто. Нам все очень нравится. Мы очень переживаем за наших участников и желаем, конечно же, победы и огромных успехов в дальнейшем. Искренне верим, что наш Казанский федеральный победит сегодня в номинации «Лучший вуз года». И мы просто посылаем все свои эмоции, флюиды, чтобы это было так, как мы думаем. Студентов поздравляли и первые лица республики, и местные знаменитости, и гости из других регионов, и даже стран, которые специально спешили к этому празднику казанского студенчества. Сегодня, когда я в гостях здесь, в Казани, буквально через 10 часов после того, как вылетели из Владивостока, опять в атмосфере дружбы, атмосфере радости, студенчества, молодежи. Стоит отметить, что студент года – это не такая премия, единожды получив которую, можно забыть о ее существовании. Напротив, ребята, когда-то получившие заветную статуэтку, с восторгом вписывают свои имена в историю конкурса уже в другом качестве. Привет, я Нистан. Я общественник года 2010. Вот, сегодня уже 2013 наступил. Мы все еще проводим этот конкурс, дай бог, еще будем проводить. В этом году 8-й раз. Мы пока еще не вручили номинацию общественника года, но я уверена, что человек достойный. Особенно приятным сюрпризом для Казанского федерального стало получение всех журналистских номинаций. Журналистом года стала Ксения Кадочникова. Лучшим студенческим СМИ признали татарскую газету «Дерел Фанун». Эмоции, конечно, просто переполняют, можно сказать. Вообще, я, конечно, не думал, что прямо мы победим, но чувствовал, наверное. Все номинанты студента года уже победителя. Просто кому-то везет чуть больше остальных. И в этот праздничный день нет места склокам и обидам. Студенчество республики как никогда ощущает свое единство. Студентом года стала Дарья Сенкова из филиала Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма в Набережных Челнах. Праздник закончился, но работа конкурса не останавливается. Пройдет совсем немного времени, и новое поколение студенческих звездочек будут готовить портфолио, чтобы осенью вновь включиться в конкурсную гонку. Евгения Шевченко, Алексей Игнатюк, специально для Универньюз. Самые активные студенты КФУ в минувшую субботу обсудили волнующие их вопросы с ректором университета Ильшатом Гафуровым. Представители органов студенческого самоуправления также выступили с целым рядом собственных предложений. Что из этого вышло, расскажет Виктория Егорова. Что сегодня волнует студентов? На встрече ректора КФУ со студактивом университета прозвучало множество вопросов и идей. Как известно, к 2013 году завершилась федеральная программа развития деятельности студенческих объединений. Поэтому очень актуальным стало предложение студента юридического факультета Роберта Зинитулина провести на базе КФУ большой форум Поволжского федерального округа по развитию деятельности студенческих объединений. Гость субботней встречи – директор департамента дополнительного образования детей и воспитания молодежной политики Министерства образования и науки РФ Александр Страдзе выступил со встречным предложением. Если мы заканчиваем программу студенческих объединений, если, я уверен, так сказать, ваш вуз не подведет в итогах этой программы, почему мы не можем провести здесь всероссийскую конференцию вот по итогам этой большой программы? Большое внимание было уделено вопросам развития инфраструктуры университета. Студенты выступили с просьбой расширить и обустроить площадки деревни Универсиады для внеучебной деятельности студентов. Необходима музыкальная аппаратура, актовый зал и спортивные площадки. Ректор КФУ Ильшат Гафуров пообещал решить эти вопросы. 15-20 сентября 2013 года, сразу как мы начнем приводить соответствие, все, что должны будем сделать и перед запуском нового учебного года, я думаю, эти хоккейные корты мы установим, чтобы вы уже залили и участвовали. Более того, я надеюсь, что все прокатные вещи, начиная от велосипедов, коньков и клюшек, все необходимое там на территории будет. Также обсуждались проблемы формирования информационного поля университета, в том числе и вопрос доступности сайта КФУ для иностранных студентов. По поддержке сайта нет проблем. Мы сейчас из сайта университета, будет он у нас на английском языке, и я думаю, для ассоциации иностранных студентов мы можем одну отдельную страничку сделать.
Для иностранных студентов также запланировано включение в образовательную программу лекций на английском языке. Говоря об изменениях в программе, стоит отметить, что со следующего года планируется внедрить математические дисциплины на гуманитарных направлениях и гуманитарные дисциплины для студентов, изучающих точные науки. Я сам как физик, но как физик, физика и лирика – вещи очень близкие, я считаю, поэтому нужно развиваться разносторонне, и вот эти вещи – все будет полезно. В заключении встречи были подписаны положения о порядке взаимодействия общественных студенческих организаций и структурных подразделений КФУ, а также соглашение о сотрудничестве между Координационным советом студенческих организаций КФУ и правкомом Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Каждый из них имеет особое значение, потому что положение о взаимодействии между общественными студенческими объединениями и структурами университета, они позволяют перейти на новый именно уровень в развитии деятельности студенческого самоуправления университета. А подписание соглашения Координационного совета общественных студенческих объединений университета и правкома студентов Балтийского федерального университета, это позволит уже сформировать отношения, мероприятия. Ну, для нас это имеет большое значение, подписание соглашения с Казанским федеральным университетом. Во-первых, обмен проектами, обмен опытом, то, что у вас уже сделано. Нам бы хотелось бы применять опыт. Во-первых, мы поражаемся вашей высокой организации мероприятий. Действительно, на очень-очень высоком уровне готовятся. Даже вот сегодняшняя встреча приятно удивлена и горжусь, что у меня друзья такие. Виктория Егорова, Александр Муравьев, специально для Универньюз. 26 января в IT-лицее Казанского федерального университета прошла ежегодная выставка-презентация лучших проектов Республиканского молодежного форума 2012, который по традиции посетил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Команда нашего университета среди победителей конкурса. Республиканский молодежный форум – инновационная площадка, на которой любой молодой человек может представить и защитить свой проект для его реализации и получения общественной, а самое главное – государственной поддержки. Вот все, кто подал заявки, вот каждый должен быть отмечен. Вот, может быть, она немножко сырая, но человек старается что-то сделать. И мы этих людей должны поддержать. На форуме было представлено более 60 молодежных проектов из 1044 заявленных к участию. Проекты оценивали по 9 тематическим площадкам, такие как технологии добра, арт-парад, старт в будущее, молодежь против коррупции. Возраст участников варьировался от 16 до 30 лет. Вообще нужно отметить, каждый проект был уникален по-своему. Работа, представленная в секции «Молодежное предпринимательство», разработана в рамках республиканской программы и направлена на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Мы делаем серию программ о молодых предпринимателей, о взрослых предпринимателей с интересными историями. Мы рассказываем об каких-то юридических, бухгалтерских моментах. То есть самое главное, что молодой человек, увидев эту передачу, как минимум заинтересовался тем, что развиваться можно там в разных направлениях, в том числе и в бизнесе. Совместную работу Казанского федерального и Казанского физико-технического института имени Завойского представил Рамиль Кашапов. Проект по печати кожи различных органов человека стал победителем секции «Молодежная наука и инновации». Результат кропотливого труда даст возможность восстанавливать ткани, клетки, мышцы человека, что дает шанс на спасение безнадежно больным людям. Проект направлен на разработку устройства печати биологических объектов, в частности кожи и органов человека. На данный момент мы разработали алгоритм печати, разработали именно специальную печатающую головку для этого устройства, провели тесты испытания. Вот у нас получены опытные образцы с использованием биопринтера. Это ТПС. Как видите, образуются монослои. В данном случае использовались фибробласты. Как видите, образовался самый хороший слой. Каждый проект чем-то полезен не только для Казани, но и в целом для республики. Участники и организаторы данного мероприятия сошлись в том, что проведение подобного форума двигает вперед социально важные, инновационные и общественно полезные идеи талантливой молодежи республики. Гульнара Кашапова, Ленардо Влетьяров, специально для Универньюз. В Казанском федеральном университете в рамках студенческой спартакиады проходят различные спортивные мероприятия. На прошлой неделе, например, состоялись соревнования по женскому волейболу среди факультетов, сильнейшие команды которых столкнулись в финале состязаний. Как прошла игра и кто стал победителем? В сюжете моей коллеги.
Уровень женского волейбола в университете повышается с каждым годом. Все больше и больше заинтересованности. Больше играют, двигаются, приходят на занятия очень много студентов, желающих много. На прошлой неделе в рамках спартакиады в Казанском федеральном прошли состязания по волейболу среди женских команд. За 3 дня соревнований были выявлены 4 сильнейшие команды, которые продолжили борьбу в финале состязаний. В принципе, на каждом факультете есть 2-3 человека, которые более-менее могут играть и которые непосредственно подтягивают команду к подготовительному соревновательному периоду. 3-е место в соревнованиях заняла команда Института управления и территориального развития, которая играла против Института массовых коммуникаций и социальных наук. А вот первенство досталось команде Института физической культуры, спорта и восстановительной медицины, которая достойно проиграла команда Института фундаментальной медицины и биологии. Мы очень рады, что заняли 2-е место. Это, конечно, не было нелегко, но мы старались. В следующем году мы их выиграем. Инзиля Демьянова, Александр Муравьев, специально для Универньюз. Поезд здоровья снова открыл свои двери для студентов Казанского университета. Приятное времяпрепровождение, снегоходы, лыжи, ледянки и многое другое ждет студентов в Зеленодольске. С подробностями Алина Хангареева. Хорошее настроение, буря положительных эмоций – все это поезд здоровья. Каждый год студенты всех институтов Казанского федерального приезжают сюда, в Зеленодольск, чтобы провести с пользой свои выходные. Это хорошее время для проведения выходных. Дает заряд на всю предстоящую рабочую неделю. А также еще очень хорошо сплачивает коллектив институтов, факультетов и создает именно мощный такой единый дух студенчества Казанского федерального университета. В этом году открыли череду спортивно-оздоровительных поездок институт управления территориального развития и химический институт. Для ребят это не просто прогулка, а отдых с друзьями. Все активисты, все просто обычные студенты, которые как-то хотят весело провести время, использовать для себя. Вот мы собираемся, едем на поезд здоровья и проводим здесь время отлично. Ребята не теряли времени даром, брали лыжи в прокате, катались на так называемой ватрушке. Ну а экстремалы разъезжали на ледянках, привязанных к снегоходу. Здесь каждый может найти занятие по душе, будь то игра в снежный футбол, катание на скоростном снегоходе, ну а я решила прокатиться на лыжах. Даже холодная погода для студентов не помеха. Они дружно участвовали в конкурсах, перетягивали канат, танцевали и прыгали через скакалку. Здесь веселимся, здесь друзья, здесь все знакомые. Мы общаемся также с преподавателями, катались на сноутюбах, катались на лыжах, катались на снегоходах. В течение нескольких месяцев спортивная база «Маяк» примет студентов всех структурных подразделений университета. Но пока с уверенностью можно сказать, начало стало удачным. Алина Хангареева, Руслан Юсупов, специально для Универньюз. «27 января исполнилось 75 лет со дня рождения заслуженного профессора Казанского университета, заслуженного деятеля науки Татарстана Анатолия Николаевича Шерстнева. В Татьянин день 25 января дан старт российскому этапу эстафеты «Огня универсиады» 2013 года. В Елабужском институте КФУ прошли зимние забавы, гуляния, посвященные Татьяниному дню или Дню российского студенчества. Об этом и не только читайте в газете «Казанский университет». С вами были новости Казанского федерального университета. Смотрите нас на сайте universsmotri.ru. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Всего доброго!